ориентир – це крокодил. Насколько укреплена позиция? У них глубоко шевелированная оборона, то здесь полный рост, окоп вырыты, окопы прорыты. Вот от 5-го ориентира к 13-му конезаводу, здесь сплошная линия окопа, причем в два ряда. У них на вершине, да, какая-то крепозиция? Да, вот наш перекон, то там ЖПН. Вы левее берите, вот там только лес начинается, это уже пошел противник. Павлова, были когда-то хорошие войска, два прижатых танка, бомбили полностью. 600 метров перед стелой вправо, блокпост их. Она как бы маленькая. Они там хорошо урылись, и к тому же порода сама способствует. Да, и тяжело так рот взять. Да, мы когда зашли сюда в октябре месяце, было 5 дотов, у них сейчас один. Когда мы бежать будем? Что там видно? Телеком. Уже с двумя двух телевизора. Что это? Бинокль, да? А шахта – это их точка, да? Да. Да. Лесок мешает, конечно. А на телеконе у них опорный лес какой-то, да? Да, да, все отлично. Как питание, обеспечение нормально? Да, хорошее. Да. Настроение? Отличное. Ну, красавчик. Молодцы, ребята. Ну що тут, спокійно, все під контролем? Так. Роботи йдуть? Відоби вже спокійно. Так ми допомагаємо. Допомагаєте, так? Так, так. Коли завершиш, що ви кажете? Завтра я знаю, що приїдуть проєктувальники, проєктувати кришу. Коли війна завершиться? Ну, коли Москву візьмемо, то і завершиться. Так. Смішно. Дякую. Все, всі сне. Так, точно. Все, вкусно. Давай. Смачного вам, друзі. Спасибо. Відпочивайте. Прямо в них только блокпост у нас, с которого они работают, до которого 1200 метров. Остальные позиции, по которым они работают, это у нас с правой стороны. Там и ДОТ, и завод. Справа это? Да, 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 вот пройдем на ту туда? Сторону. Вот еще работает снайпер, бывает от того завода. Когда 28 числа был артобстрел в Красногоровке, вот этот массированный, я лично после 7-го стоял на посту. Вот тут эта шахта, вот видите, да, и чуть правее, там, если посмотреть в бинокль, там высоковольтная линия. Вот выходы всех этих реактивных снарядов были оттуда. А что там, откуда они подошли? Ну там у них техника, ну с Донецка, да, там и сразу они как отработали, они уходят за Терекон. Как работали, нормально? Все нормально. Что у врага там? Сегодня активности не применяют, минного заграждения немає, наша посадка чиста, да. Можем идти на штурм, так я розумію? Давно вже надо. Яков, все в порядок? Влітку важковато, да, отак? Взимку холодно, влітку жарко, блин. В основном они сейчас проводят инженерные работы, копают. Больше они копают. Боятся, что мы пойдем? Наверное.